знаки зодиака, представительницы которых не будут подчиняться мужчине. Мужчина – глава семьи, его должна слушать девушка, она обязана ему подчиняться в каких-то ситуациях, не вступая в споры. С этим мнением многие барышни соглашаются. Они не сопротивляются тому, что избранник принимает серьезные решения, озвучивает их и не слушает никаких возражений. Но есть девушки, которые ведут себя иначе. Они не подчиняются молодому человеку, не позволяют собой управлять. Так ведут себя представительницы нескольких знаков зодиака. Овен. Упрямство не позволяет барышням этого созвездия выполнять чьи-то распоряжения. Овны могут послушать избранника, могут даже не вступать с ним в дебаты, а молча принять его слова к сведению. Но поступят они так, как посчитают нужным. От своих планов овны не откажутся даже в том случае, если их об этом попросит самый любимый и близкий человек. Телец. Представительницы этого зодиакального созвездия нежные и заботливые, но вместе с тем тельцов всегда тянет на эксперименты, на необдуманные поступки. Решения эти дамы привыкли принимать спонтанно и самостоятельно, поэтому нет ничего удивительного в том, что подчиняться они не желают. Близнецы. Эти девушки обладают весьма сложным характером. Близнецы могут чем-то смириться, но чаще всего на то, что им не нравится, они реагируют эмоционально. Представительницы знака стремятся к лидерству всегда. С партнером они не хотят вступать в дебаты. Близнецы будут любыми способами добиваться того, чтобы парень послушал их, подчинился им. Ему они командовать точно не дадут. Стрелец. Свободу дамы этого знака ценят. Они не хотят ее ни на что менять. Партнер стрельцов может быть заботливым и нежным, может устраивать их по всем параметрам. Но подчиняться возлюбленному эти девушки даже при таком раскладе не будут. Им важно действовать самостоятельно, делать лишь то, что кажется правильным им. Если избранник не позволит стрельцам быть независимыми, то они просто разорвут с ним отношения. Козерог. На самореализации дамы этого созвездия будут зациклены. Козерогам будет важно, чтобы никто не нарушал их границы, чтобы ни один человек не вставлял им палки в колеса и не распоряжался в их делах. Даже своему кавалеру козероги не позволят влиять на течение их жизни. Если тот попытается это сделать, то отношения с ним они порвут в ту же минуту. Компромисс найти с дамами приведенных зодиакальных созвездий невозможно. Мужчине придется или смириться с тем, что они не будут ни подчиняться, ни договариваться, или оставить их, найти себе другую партнершу. Друзья, данный гороскоп подразумевает некую долю условности в описании знаков зодиака. Конечно же, все люди разные, и никто не призывает стричь всех под одну гребенку. Мы рассчитываем на ваше понимание. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Вы были на канале «Гороскопы».